Алхимия Багуа. Первая часть. Развитие энергии в теле человека определяло не только его уровень владения внутренними преобразованиями, но и всю его повседневную жизнь. Даже в неупорядоченном состоянии энергия играла основную роль в его жизни, определяя ощущение существования и его видение. С развитием сознания появилась возможность фиксировать ощущения в виде черт и образов, а в дальнейшем в виде формул и схем, которые тесным образом были связаны с макрокосмическим порядком. Алхимия стала определяться в виде знаний. И самое главное, у алхимии появился язык, состоящий из определенных ключей, которые не только объясняли законы, но и помогали их вскрыть. Позже это стало частью медитационной работы практикующего. Однако со временем просто медитационного подхода стало недостаточно для освоения науки алхимии, в связи с чем и потребовались формы, развивающие данные знания более глубоко. Одной из таких форм стали формы Багуа-Джан, или условий работы восьми свойств, которым приписывалось 12 качеств. Форма помогает очищать и защищать энергию практикующего. Для этого она связывает верх с низом, правое с левым, перед с задом. Это свойство помогает практикующему найти опору в созерцании, или иначе говоря, увидеть закон инь-янь, закон изменений и связи. Данное качество помогает адепту найти то, чего у него недостает, и правильно перераспределить то, что у него в избытке. На более высоком этапе алхимии, когда энергетическая работа уже связана с внешней энергетической структурой человека, форма помогает превратить наше тело в энергетическое яйцо микрокосмоса или энергетическую клетку макрокосмос, центром которой у человека является дух Шэнь. Овладение данным центром позволяет адепту находиться в иной степени осознания своего бытия, основанного на личной чистоте излучения. И тогда все, что поступает в тело человека, становится ингредиентом киновари, из которой варится эликсир бессмертия. Багуа-джан – искусство восьми превращений, является одним из трех направлений внутренней алхимии. Эту практику на сегодняшний день можно считать самой сильной алхимической техникой в движении, так как при постоянстве занятий
она приводит практикующего к быстрым и качественным изменениям. Можно сказать, что практика Багуа-Джан сохранилась в наиболее чистом виде по сравнению с другими техниками. Багуа является реализацией одного из трех законов, опираясь на которые практикующий может достичь определенных внутренних изменений. В отличие от тайцзи-цуань и тем более сины, искусства, направленного на познание внешней формы, Багуа-джан, как техника, имеет сравнительно короткую историю. Это позволило этому искусству сохраниться в более целостном виде по сравнению с первыми двумя направлениями, так как человеческий разум не успел исказить и трансформировать понятия, на которые базируется эта система. Традиционно считается, что искусство Багуа-джан уходит корнями во времена исторического персонажа Дуйхайчуань, хотя четких исторических подтверждений этому факту нет. По преданию, Дуйхайчуань, замерзая и голодая, странствовал по горной части Китая. От неминуемой смерти его спас даосский отшельник Сюньгуань Цзяоцзинь, который позднее помог ему восстановить и развить жизненную силу. Он обучил Дуйхайчуаня даосскому ритуалу, получившему в наши дни большое распространение благодаря секте Цюаньчжэнь, известному как ритуал четырех вращающихся куполов. Этот ритуал и лег в основу техник, которые Дуйхайчуань представил в виде боевого искусства Багуа-джан, что в переводе означает «ладонь восьми триграмм». На этой кассете представлена вашему вниманию первая часть алхимии Багуа-джан – уровень Земли, техники на построение физической и энергетической формы тела. Развитие энергетических сосудов тела Багуа. Первая часть алхимии Багуа направлена на раскрытие и подготовку основных энергетических сосудов тела. Основное положение направлено на сознание тела, которое в алхимии определяется связью девяти сосудов. Сосуды земли – стопы, колени, бедра. Сосуды неба – кисти, локти, плечи. И сосуды человека – живот, грудь, голова. За счет сознания и ощущения тела концентрируемся на сосудах тела и пытаемся для начала расслабить эти сосуды для их энергетического раскрытия. И затем пытаемся работать с внешней и внутренней формой по следующим принципам. Исходное положение – стопы вместе и собраны по отношению к центру вертикальной оси, чтобы энергия не рассеивалась. Колени слегка согнуты по отношению к бедрам и стопам. Они регулируют движение энергии стопы в бедрах. Бедра подобраны, так как их задача обеспечивать устойчивое положение живота и увязывать колени. Живот должен быть расслаблен. Этим обуславливается возможность стекания энергии в область низа живота для обеспечения наполнения всего тела. Грудь слегка вобрана. Она должна обеспечивать соединение живота с головой, раскрытость спины и должна связывать плечи с центром груди. Кисти – материнская плата физического тела Багуа. Кисть должна удерживаться так, чтобы постоянно ощущать центр ладони – лаугу.
Локти слегка вобраны для сохранения связи между кистью и плечами. Плечи естественно опущены и расслаблены. Необходимо добиться ощущения связи между самими плечами, а также связи плечей с грудью и локтями. Голова должна быть увязана с грудью и животом для того, чтобы развивающаяся энергия поднималась вверх. Для этого создаются три давления. Подтянутость головы за счет подвешенности макушки. Собирание центра головы за счет замыкания языка с небом. И раскрытие врат затылка за счет подобранности подбородка. Собирание энергетических сосудов тела Багуа. Раскрываем ноги, стопы параллельны и собираем руки на животе. Сохраняем три основные энергетические связи. Ноги с животом, руки с грудью, живот с грудью и головой. Далее начинаем совершать подготовительное движение для активизации циркуляции микрокосмического круга. Важно осуществлять движение руками за счет опускания тела вниз. Повторяем 3 раза. Затем начинаем совершать серию вращательных движений животом. Сперва совершаем 3 вращательных движения животом назад за счет изменения положения центра тяжести. Вперед из центра, вверх, назад, вниз, вперед к центру. Повторяем 3 раза. Далее совершаем вращательное движение влево за счет изменения положения центра тяжести. Вправо из центра, вверх, влево, вниз, вправо к центру. Повторяем 3 раза. Затем повторяем еще раз вращение живота назад. Далее начинаем вращательное движение животом вправо, влево из центра, вверх, вправо, вниз, влево к центру. Повторяем 3 раза. Затем совершаем вращательное движение животом вперед, назад из центра, вверх, вперед, вниз, назад к центру. Повторяем 3 раза. Далее снова вращаем животом налево 3 раза. Затем вращение животом вперед 3 раза. Далее снова вращаем животом вправо 3 раза.
Затем совершаем одно вращение животом назад. И затем вперед. Повторяем эту серию движений 3 раза для увязывания энергии в центре живота. Далее выполняем движение для раскрытия груди. Поднимаем руки за счет опускания тела вниз. Расслабляем грудь. Повторяем 3 раза. Затем выполняем движение для усваивания энергии в животе за счет легкого простукивания. Повторяем 5 раз. Уплотняем и одновременно расслабляем живот. Расслабляем почки. Расслабляем сердце. И переходим в положение, направленное на собирание энергии всего тела по отношению к животу. Стараемся направлять давление от кончиков пальцев рук и ног к центру живота. Уплотняем и одновременно расслабляем живот. Далее раскручиваем тело, наполняем позвоночник. Закрываем живот руками. Выстраиваем внутренние связи как в исходном положении. Формирование сферы. Вторая часть алхимии Багуаджан направлена на формирование внутренней и внешней сферы, которые в алхимической традиции соотносятся с формированием энергетической структуры. При выполнении этого упражнения глаза можно держать полузакрытыми, язык касается верхнего неба, живот расслаблен. Стараемся удерживать связи между сосудами тела. Диаграмма «Единый центр». Положение. Колени слегка согнуты, кисти расположены под пупком на уровне центра тяжести дантянь. Сохраняем связи, удерживая по отношению к единому центру. Диаграмма «4 соединения». Положение направлено на сознание пространства. Соединяем поясницу с горизонтальной и вертикальной осью. В результате должно возникнуть ощущение плотности, образующей эллипсоидную сферу, которую необходимо удерживать стопами, макушкой и ладонями. Диаграмма 5 соединений. Положение, направленное на усиление процесса питания тела посредством слюны. Слюна является субстанцией, в которой физически проявляются энергии всех 12 меридианов. Положение тела должно быть собрано таким образом, чтобы максимальная концентрация энергии находилась в зоне слюнных желез. Этому способствует замыкание кистей,
где большой палец расположен на ушных железах. Остальные пальцы при этом, естественно, касаются головы. Диаграмма пяти императоров. Руки поднимаются вверх, растягивая сферу в овал. Ладони смотрят вверх и поддерживают сферу снизу. Стопы являются опорой сферы, определяя ее устойчивость. Таким образом, создавая условия для вращения энергии вокруг вертикальной оси. Эта энергия позволяет воссоединяться с энергией неба, что образует эссенцию, которая формирует пять императоров – энергетический стержень. Диаграмма созвездия. Руки опускаются по сторонам, растягивая сферу через центр груди. В результате образуется конус с вершиной в центре живота. Плечи расслаблены, руки естественно подвешены. Почувствовав верхний конус, создаем подобную сферу и в нижней части тела. После образования основания, общего для обеих конусов, визуализируем одно из четырех созвездий купола неба, питая небесной эссенцией единый центр. Диаграмма 4 соединения. Опускаем руки до уровня поясницы, собираем небесную эссенцию в зону единого центра и затем распределяем по всему телу. Диаграмма единый центр. Сводим руки к животу таким образом, чтобы не нарушить качество сферы, сформированных в предыдущих положениях, и уплотняем ощущения, достигнутые до этого. Затем возвращаем руки в исходное положение, закрываем живот. Расслабляем печень, селезенку. Расслабляем сердце. Расслабляем легкие. Расслабляем живот. Собираем энергию в животе. Расслабляем почки. Собираем энергию в животе. Наполняем печень, селезенку. Наполняем сердце. Наполняем легкие. Наполняем живот. Уплотняем живот. Наполняем почки. Собираем энергию в животе. Соединяем печень, селезенка, сердце, легкие,
живот. Уподняем. Почки. Возвращаем и собираем энергию в животе. Движение сферы. Переносим вес на левую стопу. Поворачиваем правую под 45 градусов. При этом левая часть тела становится нагруженной, правая пустой. Стараемся не терять концентрацию на внутренней сфере. Переносим вес на правую ногу и наполняем правую стопу. Опустошаем левую. Продолжаем удерживать связь с внутренней сферой. Положение на собирание оси инь-янь. Левая стопа доворачивается и становится параллельно правой. Тело оказывается повернуто на 45 градусов. При правильном положении здесь задействуется поясничный меридиан и активизируется первичная ци, которая связывает ноги с единым центром, а также распределяет ци по всему телу. В результате данной работы должна быть достигнута не просто объемность, а ощущение трехмерного пространства, трех плоскостей, одну из которых образуют ноги, другую – поясница и третью – верхняя часть тела. Подсаживаемся и уплотняем энергию в нижнем киноварном поле, создаем условия для вращения сферы. Переносим вес на левую ногу, одновременно задавая вращение внутренней сферы. Перенеся вес на левую ногу, слегка поднимаемся и откатываемся назад. Необходимо следить за подобранностью копчика. Он должен удерживаться в таком состоянии на протяжении всей практики. При движении вперед важно следить, чтобы спина не отклонялась назад. Следим за тем, чтобы внутренняя сфера вращалась равномерно, подобно раскручиванию кокона. Количество таких вращений должно быть не менее 4. После того, как сфера раскрутилась, собираем ее. Поворачиваем левую стопу внутрь. После того, как вес переносится на правую ногу, и удерживаем сферу по отношению к оси. Далее разворачиваем правую стопу параллельно левой и повторяем то же самое в другую сторону. Тело развернуто под 90 градусов по отношению к предыдущему положению. В результате данной работы должна быть достигнута не просто объемность, ощущение трехмерного пространства, трех плоскостей, одну из которых образуют ноги, другую – поясница и третью – верхняя часть тела. Из предыдущего положения, после того, как вес перенесен на левую ногу, поворачиваем правую стопу внутрь и собираем сферу. Удерживаем сферу по отношению к оси. Ладонь дракона. Далее поворачиваем левую стопу параллельно правой, формируя положение кистей так, как будто они удерживают небольшую сферу. Выстраиваем соединение внутренней сферы живота с внешней сферой, удерживаемой кистями. Подсаживаемся немного вниз, уплотняем положение тела и задаем движение энергии из живота в кисти. Как только энергия живота достигла центра кистей,
начинаем переносить вес вперед, одновременно медленно вращая кисти от себя. Слегка приподнимаемся на передней ноге, не перенося с нее веса, и вращаем кистями. Ладони продолжают оставаться собранными по отношению к центру. Передняя стопа является опорой удерживаемой сферы. Движемся назад, и энергия возвращается обратно в живот. Продолжаем следовать движению ци, наполняющей внутреннюю сферу. Повторяем снова вращение. Важно удерживать вниманием сохранение расслабленности живота. Вращение должно быть таким, чтобы кисти полностью подчинялись движению тела и слушали его. При этом необходимо сохранять связь со сферой, которая была выстроена до этого. При движении назад необходимо сохранять вобранность кисти по отношению к ее центру. Также важно сохранять поступательное движение, чтобы не разрывать вращение в киноварном поле. Левая стопа разворачивается под 45 градусов внутрь. Опять собираемся в области внутренней сферы и ее центра. Тело продолжает контролировать внешнюю сферу, живот – внутреннюю. Внутренняя сфера подчиняет себе центр, который увязывает сферы, формируемые головой и ногами. Раскрываем правую стопу параллельно левой и повторяем данную последовательность в другом направлении. Переносим вес на левую ногу и закрываем правую стопу внутрь. Собираем сферу. Раскрытие и запечатывание. Левая стопа поворачивается параллельно правой. Запечатываем нижнюю сферу в области нижнего киноварного поля. Одновременно с этим собираем все тело таким образом, чтобы совместить три соответствия: голова, грудь, живот, стопы, колени, бедра, локти, кисти, плечи, и пропитать их сознанием, энергией и духом. Подсаживаемся на правую ногу, разводя кисти в сторону. При этом энергия из живота поднимается в область груди, образуется связь между кистями, животом и грудью. Накатываемся на переднюю стопу, поднимая энергию из зоны груди в голову. В момент завершения движения энергия с головы поступает обратно в живот. Закручиваем поясницу вправо. Тело закручивается по оси, образуемой плечом, бедром и поясницей. Таким образом достигается состояние двойного кручения. Одно по отношению к вертикальной оси, другое по отношению к горизонтальной. Откатываемся назад, перемещая энергию в голову. Собираем руки и энергию у нижней сферы посредством поворота поясницы к центру. Повторяем данную серию движений. В этой серии движений одновременно с открытием второго киноварного поля мы учимся сохранять энергию, чтобы после завершения одного действия ее можно было использовать для другого. Если же энергию не опускать, то мы лишаем себя возможности усиливать внутреннюю силу.
Снова собираем внутреннюю и внешнюю сферу, поворачивая левую стопу внутрь. Раскрываем правую стопу параллельно левой и повторяем данную последовательность в другом направлении. Для того, чтобы сохранение сферы происходило максимально качественно, стараемся проверять 9 условий. Условие единства тела. Стопы чувствуют макушку, макушка чувствует стопы. Условие растянутости позвоночника. Заднесерединный меридиан должен быть максимально растянут. Условие подобранности копчика. Как условие циркуляции энергии во внутренней сфере. Условие вобранности груди, чтобы энергия не застаивалась в груди, сердце и легких. Условие подвешенности макушки, что создает циркуляцию энергии в верхнем киноварном поле. Условие согнутости локтей. Подразумевается активная связь кистей с плечами. Условие связи бедер. Удержание нижнего киноварного поля. Условие расслабленности живота, стекание энергии в этой зоне. Условие связи между сознанием и ци, умение давать всему телу наполняться энергией. С последним поворотом поясницы, когда вес тела на правой ноге, ладони собираются в районе центра груди. Одновременно с этим собираем энергию в области груди, как и на предыдущем этапе работы с нижней сферой, при этом сохраняя связь между двумя сферами. Срединное открытие и закрытие. Энергия способна к изменению только тогда, когда начинает работать второе киноварное поле. После того, как была проработана нижняя сфера и ее связь с сосудами кистей, груди и головы, начинаем прорабатывать среднюю сферу. В этом положении пытаемся расслабить заднюю часть поясницы, усиливая работу центра Минмен, который в алхимии считается энергетической железой. Тем самым мы создаем возможность усиления движения энергии в области груди. Используем это усилие для еще большего расслабления груди. Разворачиваем левую стопу параллельно правой. Правая кисть уходит под левый локоть. Левая кисть находится у правого плеча. В этом положении добиваемся ощущения центра груди, по отношению к которому будет строиться вся работа на раскрытие и закрытие груди. Переносим вес на переднюю ногу. Одновременно выдвигаем правую руку из-под левой. Вес остается на правой ноге. Поворачиваем поясницу вправо и переносим вес на правую ногу. Левая кисть уходит под правый локоть. Собираем концентрацию в центре груди. Разворачиваем поясницу влево, меняя положение кистей. Правая рука уходит под левый локоть. Левая находится над правым локтем. Опускаем энергию в область нижней сферы, повторяя последовательность не менее 4 раз. Закрываем левую стопу внутрь, собираем сферы
верхнего и нижнего киноварных полей. Далее разворачиваем правую стопу параллельно левой. Повторяем данную последовательность в другом направлении не менее 4 раз. Расслабление груди – довольно важное алхимическое условие, на которое следует обращать особое внимание, так как от этого зависят дыхание и ритм. Расслабляя грудь, мы расслабляем легкие и сердце, и подчиняем их общему ритму работы. При этом необходимо обратить внимание на то, что грудь должна быть расслаблена не за счет своей собственной энергии, а за счет нижнего киноварного поля, то есть при использовании дополнительной энергии. Далее собираем стопы, закрываем живот руками и осознаем свое тело с позиции 9 энергетических сосудов. Формирование оси. Квадрат в квадрате. Квадрат в квадрате – искусство движения, направленное на осознание оси в процессе движения и на увязывание 9 энергетических сосудов. Начинаем движение после того, как почувствуете и соберете тело. Тело должно следовать за потоком внутреннего ци, а не за проявлением мышечной силы ли. Кисти расположены на животе. Переносим вес на левую ногу и за счет внутреннего усилия дантянь делаем шаг правой. Переносим вес тела на правую ногу, удерживая горизонтальную ось посредством согнутых коленей и подобранного копчика. Опираясь на правую ногу, втягиваем левую, сохраняя вес на правой. Стопы рядом, левая стопа земли не касается. Далее поясница за счет скручивания вертикальной оси превращает движение, переводя его в другую плоскость. Правая стопа вместе с телом представляет собой скрученную ось, за счет которой делается шаг левой ногой под 45 градусов к правой. При этом все усилие должно собираться в области живота. Накатываем вес тела на левую стопу, сохраняя правую на месте. В этом положении добиваемся ощущения скрученности ног. Подтягиваем правую стопу к левой. Стопа земли не касается. Подбирание задней ноги должно происходить за счет опоры колена на стопу передней ноги. Только почувствовав опору, мы должны начинать следующее движение, иначе при отсутствии связи стопа-колено энергия ног будет рассеиваться. Разворачиваем поясницу под углом 45 градусов к положению левой стопы и под углом 90 градусов по отношению к начальному положению. Сохраняем вес на левой ноге. Делаем шаг правой ногой, сохраняя собранность тела по отношению к левой стопе. Данный шаг делается за счет раскручивания тела. Накатываемся на правую ногу и завершаем последовательность одной стороны и одного угла. Закрываем шаг, подтягивая левую стопу. Вес остается на правой. Конец этого движения одновременно является началом следующего. Дальше порядок движения повторяется сначала. Всего повторяем 2 полных прохода. Только почувствовав опору,
мы должны начинать следующее движение, иначе при отсутствии связи стопа-колено энергия ног будет рассеиваться. Необходимо следить за тем, чтобы при выполнении движения копчик сохранял подобранное состояние. Так мы сохраняем контроль связи движения посредством живота, что позволяет удерживать циркуляцию ЦИ внутри тела. Необходимо следить за тем, чтобы разворот осуществлялся строго за счет поясницы, не за счет бедер, чтобы циркуляция энергии была неразрывной. Умение собирать ось в животе есть искусство порождения формы. Движение должно жить в животе. Для этого ось, которая выстраивается посредством законов соответствий, собирается в животе. Каждое движение ног должно побуждать энергию либо собираться в области живота, либо подниматься вверх. Каждая скручиваемость или раскручиваемость должна побуждать тело либо укореняться, либо достигать состояния подвешенности. Данная последовательность выполняется только по часовой стрелке, так как это способствует развитию вертикальной оси с упором на небо, выступая самым важным подготовительным элементом для движения по принципу круга в квадрате. Обращаем также ваше внимание на то, что стопа на протяжении всего движения должна быть подобрана по отношению к своему центру. В конце фиксируемся на углу, подтягивая правую стопу для перехода к следующему движению. Пещера дракона. Упражнение «Пещера дракона» направлено на открытие поясничного меридиана и запечатывание единого центра. Опираясь на левую ось, раскрываем правую стопу под 90 градусов к левой. Пятки вместе, носки врозь. И поднимаем руки на уровне груди в положении 3 грамма огня. Переносим вес на правую ось и за счет поясницы меняем положение стоп и тела. Носочки вместе, пятки врозь. Затем снова меняем вес на левую стопу и за счет поясницы меняем положение тела. Пятки вместе, носочки врозь. Далее продолжаем выполнять эту последовательность не менее 4 раз. Данная последовательность выполняется по квадрату или на 4 стороны света. В положении, когда пятки вместе, носки врозь, энергия стекает в область дантянь. Когда носки вместе и пятки врозь, энергия движется по поясничному меридиану. В процессе движения необходимо следить за четкостью постановки стоп и сохранением оси для того, чтобы не нарушать равновесие циркуляции энергии по поясничному меридиану. При этом шея контролирует голову, грудь, спину, таз, живот. В конце переходим в исходное положение. Стопы вместе, руки в положении 3 грамма огня. Движение орбиты. Данная последовательность направлена на соединение движения с циркуляцией энергии. Энергия должна управлять физической силой Ли. Стопы вместе, концентрируемся на циркуляции орбиты против часовой стрелки. Циркуляция направлена на собирание энергии инь,
и удержание энергии ян. Поднимаем руки вверх, переводя концентрацию из живота в макушку. Отшагиваем назад левой стопой и ставим ее перпендикулярно правой. Опускаем энергию из макушки по заднесерединному меридиану вниз, в район центра хуинь. Руки удерживаются поднятыми. Разворачиваем правую стопу на 180 градусов по отношению к левой. Концентрацию удерживаем в зоне центра хуинь. Левая стопа вращается против часовой стрелки до положения перпендикулярного правой стопе. Энергия из центра хуинь поднимается до центра байхуэй по передне-серединному меридиану. Далее последовательность движений повторяется. При движении контролируем четкость постановки стоп и их направление. Необходимо следить за тем, чтобы руки не пережимали грудь. Для этого плечи должны быть расслаблены, локти вобраны. Также следует обращать внимание, чтобы во время вращения ось тела не терялась. На протяжении выполнения данного перемещения следует следить за тем, чтобы орбита не рвалась и удерживалась связь между движением и циркуляцией. Восемь сил, квадрат в квадрате. Данная последовательность направлена на проработку изменений восьми сил в движении по квадрату посредством поясницы. Принципы движения ног аналогичны упражнению квадрат в квадрате. Руки занимают положение одной из восьми сил и меняются по прохождению полного цикла. Контролируем ось и связи между энергетическими сосудами. Позиция кунь, воспринимающая. Это основная позиция, формирующая нижнее киноварное поле, по отношению к которому и выстраивается вся работа. Нижнее киноварное поле – поле удзы, беспредельное. Днем сосредоточены все законы Вселенной. В нижнем киноварном поле формируется единый центр, который является символом тайцзи. Из него раскручиваются две формы – лян-и и малая космическая орбита, которая образуется энергией заднесерединного и переднесерединных меридианов. Две формы позволяют контролировать четыре направления сысян посредством рук и ног. Позиция кунь – позиция вала, которому приходится тащить весь воз на себе. Меняем положение рук на углу квадрата. Позиция тянь, созидающая. Локти вкручены, контролируют собранность груди. Позиция формирующее верхнее киноварное поле. Позиция тянь является связью преднебесного с посленебесным. Эта связь характеризуется небесным наполнением, которое пронизывает все сосуды человеческого тела. Максимальное наполнение яньскими энергиями позволяет максимально наполнить иньскими энергиями живот. В результате зарождается небесный круг, позволяющий груди соединяться с поясницей, ведущей циркуляцией и питанием энергии. Так создается две основы –
горизонтальная и вертикальная. Позиция кань – наполняющая. Эта форма определяет три типа наполнения тела – естественное, посредством усилия и посредством сжатия. Качество наполнения определяется умением слушать свое тело. Позиция кань – это позиция кабана, который определяет свои действия не потому, что он видит, а потому, что он слышит. Первое усилие исходит из естественного принципа инь-янь, когда одно сменяет другое. Что же касается наполнения посредством усилия, это означает уметь не давать энергии застаиваться, чтобы она все время находилась в процессе контролируемого изменения. Усилие посредством сжатия – это более сложное качество наполнения, когда посредством усилия энергия доставляется в определенное место, а затем посредством сжатия она изменяется и достигает более глубокого состояния. Так, если первое усилие просто наполняет тело, второе наполняет органы и мышцы, третье проникает в сухожилия и кости. Таким образом, практикуя форму кань, мы создаем себе дополнительную возможность изменять состояние тела посредством слушания. Позиция Ли – раскрывающая. Данная форма указывает на соответствие тела движению. Правильному движению тела соответствует правильное тело, а правильному телу – правильное движение. Правильное тело – это состояние, когда все сосуды находятся в гармонии по отношению к центру, и три соответствия выстроены по отношению к оси. Кисти, локти, плечи, голова, грудь, живот, бедро, колено, стопы должны быть выстроены по отношению к единому центру. Кисть, локоть, плечо соответствуют друг другу. Стопа, колено, бедро имеют свое соответствие. Голова, грудь, живот также соответствуют друг другу. Все три соответствия при этом обязательно должны быть увязаны между собой. Позиция сюнь – проникающая. Соответствие ног и рук определяет успех позиции сюнь. Оно создает условия собирания и, следовательно, задает скорость. Позиция сюнь развивает корень движения. Корень у ноги – стопа, реализация в бедре. Корень у руки – плечо, реализация в кисти. Когда корень движения развит, создается условие для проникновения энергии в самую глубь. Ветер дует с 8 сторон, и чтобы быть постоянно готовым противостоять ему, тело необходимо уметь связывать. Связанное тело напоминает конусную пирамиду, которая устойчива и не имеет изъянов. Укрепление же пирамиды зависит от умения быть расслабленным в напряженном состоянии и напряженным в расслабленном состоянии. Позиция джэнь – пробуждающая. Позиция джэнь – это пробуждение силы из равновесия. Сила джэнь – сила дракона, непревзойденного в умении перевоплощаться из спокойного состояния во взрывное. Равновесие определяет умение переходить из одного состояния в другое, а следовательно, это путь к закрытию и преобразованию,
основанному на естественности положения, без применения дополнительной силы и при использовании лишь умения скручиваться и раскручиваться, которое исходит из условия равновесия. Позиция Джень укрепляет две оси: вертикальную, связывающую стопу, живот и голову, и горизонтальную, связывающую бедро, поясницу и грудь, которые, подобно трем головам дракона, способны прийти в движение из одного. Позиция Гэнь, укрепляющая. Внутренняя сила проистекает из глубины тела. Создание необходимого напряжения позволяет высвободить и вывести эту силу. Позиция Гэнь источает силу одним своим видом, подобно медведю, в возможностях которого мало кто усомнится. Это положение помогает осознать тело как форму, как единую сферу, стремящуюся к некой вершине, выраженной в устойчивости тела, энергии и духа. Для понимания силы Гэнь положение необходимо выдерживать, задавая усилия за счет более низкого положения тела. Позиция Дуй – радующая. Позиция Дуй – реализация в своем внешнем проявлении в ситуации, когда достигнуто состояние, позволяющее питать тело от одного условия единения – единение внутреннего с внешним и внешнего с внутренним, когда 9 дворцов тела находятся в согласии и наслаждаются связями друг с другом. Последним шагом опускаем руки и соединяем стопы. Далее делаем один шаг назад для собирания и увязывания энергии в животе. Восемь сил. Круг в квадрате. Данное упражнение направлено на проработку и собирание восьми качеств, что позволяет гармонично увязывать выработанную энергию восьми триграмм. В этом упражнении принципы движения ног аналогичны упражнению «Квадрат в квадрате», только внутренняя нога совершает движение по кругу, а внешняя – по квадрату. Квадрат удерживает, а круг раскручивает энергию. На каждом шаге меняем позицию силы. Необходимо особо обратить внимание на работу поясницы и сохранение вертикальной оси тела. Ноги увязаны с животом, руки увязаны с грудью. Живот, голова и грудь формируют ось. Только при соблюдении этих условий возможен процесс трансформации и увязывания энергии в теле.
Повторяем данную последовательность 3 раза. Последним шагом опускаем руки и соединяем стопы. Далее делаем 1 шаг назад для собирания и увязывания энергии в животе. Монада. Движение по монаде связано с законом раскручивания и скручивания единой ци, которая формируется условием макрокосмоса. Начинаем движение с левой ноги и правой ногой входим на круг монады. Двигаясь по монаде, тело осознает 12 процессов изменений. Каждая дуга монады, всего их 12, изменяет вращение энергии в теле. 12 циклических изменений или 12 усилий Юпитера отмеряют полный цикл вращения энергии. Это очень важный энергетический процесс. И хотя его не так просто прочувствовать, он оказывает серьезное воздействие на всю энергосистему организма. Движение по кругу Юпитера происходит за 12 шагов, каждый из которых изменяет усилия в пояснице. Требования к шагу должны быть такими же, как и в случае движения квадрат в квадрате. При движении по монаде важно сочетать принципы сторон и удержания оси, чтобы все движения закручивались по отношению к оси. На 3-м шаге переходим в положение для следующего упражнения. Стопы параллельны на уровне плеч. Ладонь 8-3 грамм. Питание тела кистями. Ноги на ширине плеч. Стопы параллельны. Начинаем упражнение с правой руки. Первая сфера.
усилие движения формируется за счет опускания позвоночника. Движение руки происходит в плоскости от себя, направлено на осознание усилия в ладони, которое формируется ладонью Цянь и ладонью Хунь. Вторая сфера. Усилие движения формируется за счет поясницы и направлено на осознание в ладонях четырех скручивающих усилий. Третья сфера. Усилие движения формируется за счет переноса веса тела и направлено на осознание боковых усилий в ладони, которое формируется за счет переливания пустого полного, перенеся вес с одной ноги на другую. Продолжаем выполнять данную серию движений от 5 и больше повторений. Последовательность ладонь 8 триграмм способствует формированию ладони. Ее развитие обусловлено взаимодействием с тремя плоскостями. В результате этого взаимодействия сосуд кисти претерпевает различные влияния и изменения. Это важный аспект внутренней работы, так как эта работа позволяет кисти трансформировать определенные виды энергии, тем самым влияя на алхимические процессы в теле. Движение руки в данном случае призвано обозначить три сферы в трех измерениях – перед собой, по диагонали и сбоку. При работе со сферой спереди движение осуществляется за счет спины, по диагонали – за счет поясницы, сбоку – за счет переноса веса. Теперь то же самое повторяем с левой рукой. Формирование энергии посредством кистей – вершина техники, использующей движение. Ладонь обычного человека не в состоянии влиять на энергетический процесс в его теле. Она пассивна вне зависимости от того, какие действия она совершает. Кисть может участвовать в алхимическом построении, только будучи связанной с центром живота, если тело находится в покое, и с центром стоп, если тело находится в движении. В своем высшем проявлении кисть ухватывает изменения в самом себе, в локте, в плече, в пояснице, в бедрах, в коленях, в стопах. Это есть ткацкий станок кисти. Гончарным кругом для кисти является живот, грудь, голова. Гончарный круг формирует энергию, ткацкий станок ее развивает. Когда кисть скручивается и раскручивается, говорится о формировании духа неба. Когда сворачивается и разворачивается, о формировании силы земли. Формирование столба. Данная последовательность направлена на создание энергетического столба, который составлен или выткан из узлов, созданных движением. Движение начинается с правой стопы. Переносим вес на правую ногу, так, чтобы вес приходился на пальцы ног. Продолжая удерживать вес на правой стопе, закручиваем поясницу влево. Далее переносим вес на левую пятку. Раскручиваем поясницу и перемещаем вес на пальцы левой стопы.
По такому же принципу закручиваем поясницу вправо, переносим вес на правую пятку и продолжаем делать движение. Движение следует в форме восьмерки по горизонтали, если смотреть на него сверху. Каждый поворот восьмерки создает узел, из объема которых затем плетется спиралевидный столб. Обращаем внимание на положение тела. Спина не должна заваливаться в результате смещения веса. Тело должно быть выровнено и центрировано. Закрытие практики. Собирание киноварных полей. По окончанию первой части алхимии Багуа выполняем упражнение на собирание и уплотнение энергии в органах и сосудах. Накладываем руки на почки и уплотняем почки с животом. Наклоняем тело. Уплотняем сердце и грудь. Опускаемся вниз и упираемся пальцами в пол. В этом положении собираем энергию всего тела в единый центр. Раскручиваем тело. Наполняем и собираем ось. Осознаем свое тело. На этом первая часть алхимической практики Багуа заканчивается. Энергетический столб, сотканный в последнем движении, собирает и закрепляет накопленную энергию, готовя ее к дальнейшей работе с кругом Багуа.